Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста, был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка. Привязанный к щиту, чтоб не упал, прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. «Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке. А нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он». Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне.